Ok. Ciao, это я, Петро Дионетти. И я работаю простым механиком. Я работаю руками, но иногда я работаю сердцем. И я вижу звезды, как никто другой. О, бамбино! Это тебе. Спасибо, граци. А что ты нарисовал? Это... Так. Земля. Вижу, хорошо. Луна. Так. И... Да, это что? И... И? Астероид. Астероид? Да, папа, это ты. Ты астероид. Я астероид? Да. То есть Земля, Луна и я астероид. Да, потому что ты такой же крепкий, как астероидный камень. Слушай, бамбино, так ты же у меня настоящий художник. Знаешь что, ты лучше возьми это и покажи маме. И я думаю, она оценит. Отцо. Ты готов? Да. Хорошо, хорошо. Беги, беги, беги. Молодец. Трудно, что смотрит. Блин, я же был без очков. Блин, это будет сложно. Так, я вспомнил, о чем я. По ночам я смотрю на звезды. И, возможно, вы меня не поймете, а может быть и поймете, но не все видят то, что видит Дионетти. А Дионетти — это я, обычный механик. И то, что я вижу, это не просто звезды и луна. Это вот куда больше, больше, чем смотреть и что-то видеть. Это то, на что ты смотришь. На самом деле это трудно объяснить, но тут надо прочувствовать и проникнуться. И я, Дионетти, обладаю этим чувством. Пап! Ой, опять ты. Привет. Пап, а ты правда полетишь в космос? Да, конечно же, Филиппе. Я полечу в космос. Я уже прошел все подготовки. А что приготовила мама? Ну, пожалуйста. Ну, иди узнай. Ну, Филиппе, пожалуйста, переговоры. Хорошо. Спасибо тебе. Что там дальше? Маленький проказник. Но, я вспомнил. Итак. Внимание, начали. Итак, вот моя история. Уже на протяжении 7 лет я работаю в ремонтной мастерской. Да, такое место работы. Мы с товарищем, не покладая рук, мало-помалу, день за днем, собираем ракеты. Представьте, они сначала обрастают оболочкой, затем мы по частям надеваем скорлупу на сердцевину из динамо-машин, турбин, двигателей, хитросплети... Уже на протяжении 7 лет мы работаем, не покладая рук. Кто мы? Я и мои товарищи. Мы, не покладая рук, мало-помалу, день за днем собираем ракеты. Представьте. Они сначала обрастают оболочкой, затем мы по частям надеваем скорлупу на сердцевину из динамо-машин, турбин, атомных двигателей, хитросплетения всяческих патрубков и миллионов тончайших, но мощнейших органов, которые усваивают и вырабатывают энергию. И вот корабль-гигант готовится прорубить в космосе дыру. Десять, девять, восемь, шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск!
Давай, беги к маме. Опять мне. Так, окей. Убежал, он убежал. Так, это я точно перепишу. С чего начать? Так. Лучше с чего начать. Приветствую всех. Меня зовут Петро Дионетти. Коллеги, для меня большая честь, что вы выбрали меня в состав этой экспедиции. Как же там выключалось, Филиппе? Так, здесь. Ну, до свидания.